Первым делом в ноябрьске главы двух регионов Дмитрий Артюхов и Александр Мор посетили продовольственную ярмарку. Предприниматели из Тюменской области здесь всегда желанные гости. На этот раз привезли сладости, варенье, молочную и рыбную продукцию. Как здесь продажи? Очень хорошая. Мы влюбились в город. Вначале мы не поняли, если честно, совсем маленький показался в сравнении с Тюменью. Но очень все добродушно. Люди прям живые. Александр Мор прогулялся по праздничному Ноябрьску, осмотрел местные достопримечательности. Губернатор отметил, Ямал и его города развиваются семимильными шагами. Город благоустроенный, чистый, ухоженный. Большая событийная повестка. Прекрасный парк. И мы вам по-хорошему завидуем. Все это сделано вашими руками. Недавно губернаторы пролонгировали программу сотрудничества. Ее продлили не на 5 лет, как раньше, а сразу на 10. А еще совместно два региона закупили дорогостоящее оборудование для Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Центр сегодня, в принципе, хорошо оснащен и делает сложные операции, но была возможность приобрести уникальный аппарат. И мы складчину 50 на 50 договорились. И его приобрели. Это вот хороший пример того, как гибко работает программа сотрудничества. Продолжат совместно работать и по другим направлениям. Тюменская область и Ямал планируют объединить усилия поисковых движений двух регионов. Предложение устроить совместную экспедицию поступило от ноябрьских школьников. Губернаторы инициативу поддержали. Постараемся, чтобы наши поисковые движения скооперировались. У них у всех на самом деле своя история. Каждый из них занимается каким-то определенным направлением. Здесь нужно будет грамотно это отработать, чтобы сохранять и традиции, которые уже есть в поисковых клубах, поисковых движениях, ну и в то же время найти вот точку, где можно всем вместе объединиться. Губернаторы никому не отказали в совместном фото. Александр Мор пригласил ямальцев приезжать в гости на Тюменскую землю. Ирина Ищук, Евгений Проскуряков, Тюменская служба новостей.